синему углу октагона. Боец весовой категории 61 килограмм, росту 67 сантиметров, ему 22 года. Мастер спорта по ММА, чемпион Лиги Колизей, профессиональный рекорд. Одна победа, одно поражение и ноль ничьи. Боевой псевдоним «Черная пантера». Тренер Исаков Эрмир, бойцовский клуб «Джору». Дюшен Улу, Бекбола. Его соперник, боец из Узбекистана, весовой категории 61 килограмм, рост 165 сантиметров, ему 19 лет. Он является кандидатом мастера спорта по муай-тай. Узбекистан, Хамидов Исламидди. Слушай, моя команда четко при команде, стоп, останавливаемся. Затылок, позвоночник, пах не работаем. Сетку, шорты не держим по углам. Первый раунд. Подготовиться к следующей паре. Айдарбек Кабылов. Бекмирзоев Бахтир. Даярдан Тураус. Кабылов Айдарбек. Бекмирзоев Бахтир. Синий угол. Первое замечание. Далее минус балл бойцу.
На награждение приглашается Кенешов Болот и Турсумаматов Абдрасул. Бойцы на середину. Об этом бою в первом раунде на 4 минуте 52 секунде техническим нокаутом победу одержал Дюшен Улу Бекболат.